Я обратила бы ваше внимание на показания оперуполномоченных Химича и Прокопчика. Прокопчик и Химич рассказывают совершенно другую версию. То есть не о том, что вот он тут совершил, свернул тут ей шею, а о том, что она упала с лестницы, что он ее толкнул и упала с лестницы. В обвинительном заключении совершенно другая версия. И этих домыслов, знаете, очень много, и они всяческим образом пытаются это извернуть. Я полагаю, что на сегодняшний день это уже политическое дело, что в данном случае, это мое личное мнение, что многие просто не хотят терять погоны. Это мое личное мнение. Я работаю уже 2 года с Дмитрием, и я просто уверена в этом. В коридоре, вы знаете, что, конечно, я могу сказать, и вы это слышали прекрасно, о том, что гособвинение шло из председателя, председательствующей в коридоре, объяснила о том, что как, все нормально? Да, говорит, все нормально. Вот эти слова мы слышали в присутствии журналиста.